Всем ассаламу алейкум, это канал StarCar, и я с вами Дару, мой оператор Фахрдин и автосалон Дубай. Сегодня мы с вами будем представлять автомобиль раритетного года, 1994 года, сам автомобиль, Mercedes-Benz в 124 кузове D5.5 AMG. Готовьте кофигу, ребята, ну а мы с вами погнали. Дамы и господа, сегодня нам выпал шанс снять данный автомобиль. Это автомобиль одного человека, я не буду говорить кого, но все же. Автомобиль очень в сохраненном виде. Как вы видите, он в стоке. И вот весь его обвес, это обвес волчка, это обвес AMG. По моторной части мы с вами поговорим чуть-чуть попозже, но именно обвес, это весь оригинальный. Также колеса, это все оригинальное, это все AMG-шное. Автомобиль у нас 1994 года. И да, дамы и господа, он стального цвета. Цвет очень сильно вписан в этот кузов. Этот автомобиль нестандартный, он простой 124 кузов, я вам сделаю сюда вставку, вы знаете этот кузов, но этот кузов это совсем необычный и не совсем тот 124. Данный автомобиль, который мы с вами видим, у него другой пакет, то есть у него другие бампера и немножко имеются расширенные арки. И это все шло с завода именно в малых количествах. Этих автомобилей по всему миру, по всему Узбекистану, по всему Ташкенту осталось очень-очень мало. И поэтому его цена очень-очень большая. Но, честно, для этого автомобиля, так как он все же старый, его цена 32 тысячи долларов, но я думаю, это именно его цена, по которой мы сейчас с вами слышали. И объем двигателя в этом автомобиле 5,5 это очень большой объем автомобиля. Это не стандартные цифры. Мы эти цифры в любом автомобиле мы с вами не увидим и не услышим. Ладно, подходим поближе, посмотрим этот автомобиль немножко с ближней стороны. Мы с вами наблюдаем здесь никелированные вставки на дверях. Также колеса у него вот прям очень вписанные, очень, ну, те же оригинальные. И по дизайнерским методам это именно AMG-шные колеса. Так, автомобиль у нас, как я ранее сказал, в стоке. Он выходил у нас в 94 году. Также, ну, делали некие импровизации в сторону данного автомобиля. Делали некие усовершенствования. Повесили, например, глушитель. Ну, все-таки освежали автомобиль и не хотели, чтобы он умирал. Данный автомобиль продается в автосалоне Дубайкс. Приходите, мы вас встретим. Прокатим, сделаем тест-драйв и, конечно же, продадим вам автомобиль. Также, как я вам ранее сказал, при покупке любого автомобиля мы вам даем беговую дорожку абсолютно бесплатно. Автомобиль, как вы видите, у нас с люком. Люк у него как сама крыша. Она у нас железная, она не стеклянная. В 94 году автомобиль вышел с этим люком. Он сюда не вставлялся, это именно стандартный, оригинальный, свойский люк. Внутри, конечно же, просто темень, он просто-просто открывается и просто-просто закрывается. В 124 кузове, именно в этом кузове, больше почти ни в каком кузове, например, вот в 210, да, кстати, это еще фигня есть, то, что именно дворник у него один. Дворник полностью на 180 градусов работает вот так вот, и также он встает на свое место. Чтобы вы понимали, это именно последний люкс-класс данного автомобиля. Последний люкс-класс почему? Потому что у него на габаритных фарах также имеются дворники. Да, и они по сей день работают. Теперь давайте взглянем под капот данного автомобиля. Поговорим. Вот именно запах автомобиля, вот старый запах, это все-таки что-то. В этих автомобилях похоронено многое. Честно, очень многое. Например, совесть, человечность, труд, пот. Это все работало по сей день. Точнее, работает по сей день. Давайте выключим фары. Уже видели, какие они на самом деле. Язычок выдвигается и... Пожалуйста, 1994 года, пробег этого автомобиля услышите своими двумя ушами, 126 тысяч.
Коробка автомат тип Троник, мотор 5,5, 354 лошадиные силы. 354. Но для 5,5 в данное время это очень мало. Ну как нормально. Вот нормально. Вот в те годы это было просто бомба. А вот в данный момент, вот в данные года, в данное время, если выпустить автомобиль с двигателем 5,5 объемом и с 354 лошадиными сил, то это будет действительно мало. Смотрите, 94-й год, и вот здесь мы с вами наблюдаем карпетный материал. Он до сих пор сохранился, он до сих пор держится, он до сих пор делает свою работу. В наших автомобилях и вообще в автомобилях, которые выпускаются на данный момент, этого, во-первых, нету, и во-вторых, наверное, его и не будет. Чтобы вы понимали, я вам еще раз-таки повторяю, качество похоронено именно в этих автомобилях. Итак, прошу вас обратить то, что именно боковое зеркало данного автомобиля выходило вот в таком виде. Например, вот это с левой стороны, оно, ну, чуть-чуть длиннее по вертикали, по горизонтали оно чуть-чуть меньше. Вот отсюда покажи, вот так оно чуть-чуть длиннее по вертикали. Покажи с той стороны, какое зеркало там. Вот с той стороны. Оно чуть-чуть короче, но по горизонтали оно немножко больше. И это думали о потребителе. То, что вот там, с той стороны, будет лучше видно, потому что он будет перестраиваться. Но и почему именно перестраивается? Вот такая сочная попа у этого данного автомобиля. Как вы видите, два глушителя, низкая посадка. Это очень влияет на аэродинамику данного автомобиля. И также очень классическая красивая попа. Также багажник у него открывается стандартным путем, как во всех почти Мерседесах. Очень большой, очень вместительный, комфортабельный багажник. Сюда, например, поместится, ну, два чемодана 100%, вот прям в цвет. Так, здесь мы с вами наблюдаем, вот что мы с вами здесь видим. Чтобы вот это достать, не надо вот так вот, вот так вот. Просто вот крючок поднял, и все. И вот запаска. Вот запаска. И вот так же отпустил. Просто вот о человеке думают, понимаете? Раньше о потребителе думали, а сейчас как-то всем пофиг. Карпетный материал, и вы прекрасно все знаете, в любом Мерседесе почти такая же шняга стоит. При открытии багажника, пятой двери, как мы с вами называем, у него сразу же стоит аварийка. Знак аварийки. Так, теперь давайте закроем. Микрофон возьму, поставлю вот сюда и послушаем с вами действительно рев мотора данного автомобиля. Я поставлю сюда, думаю, вам нормально слышно. Продолжим с вами обзор уже в салоне данного автомобиля. Дамы и господа, мы с вами наблюдаем очень стандартную, очень старую, очень вкусную, сочную карту двери. И вот очень вот качественные материалы были использованы в те времена. И также эти материалы до сих пор работают, делают свое дело и не стесняют человека и потребителя. Как вы видите, здесь материал очень вот такой неброский, очень спокойный, такие квадратики, очень стандартные, классические.
Вот типаж 90-х годов. Именно типаж 90-х годов. Как вы наблюдаете, дамы и господа, именно подголовник в автомобилях Malibu 2, Premier, Turbo, там что-то там еще называется, Tahoe, Traverse, Trailblazer и так далее. И в легендарнейшей Gentry это все идет механическим путем, а здесь оно идет автоматически. Также по плоскостям в 1994 году это все делалось. А у нас в Gentry что? У нас даже вот не двигается. У нас все это механическим путем до сих пор. Ладно, в Malibu это все двигается автоматическим, но в Gentry, например, этого нету. Да, конечно, я сделал не прям совсем правильное сочетание. Именно, да. Ну, конечно же, это Mercedes, это там узбекское производство, это немецкое производство. Но все же, это автомобиль 94-го года, а сейчас какой год? 2022. Так что делайте выводы, ребята. Что делали в 94-м году и что делают в 2022 году? В 94-м году делали магнитофоны, чтобы вы понимали. А в данных автомобилях у нас сейчас их нет. И еще у них цена срастается подороже. Просто растет, вот так вот, растет, растет, растет. У них тоже растет, но они растут почему? Потому что их больше нет, их больше не будет. Такого качества больше нигде и никогда не будет. Итак, дамы и господа, мы сейчас попали в роскошь 94-го года. Так, мы с вами здесь наблюдаем также SRS Airbag. Что было в том году, также производится и в этом году. Ну, в достаточно большем виде производят сейчас данные Mercedes-Benz. В тех годах автомобили выпускались с классическими стрелками, с классическим табло. Очень руль от 140-го Мерседеса здесь у нас. Ну и круиз-контроль в то время у нас присутствовал. Прикиньте, круиз-контроль в 94-м году. Пипец просто. Его акустическая система. Вот она. Вот она. Она здесь есть, она до сих пор здесь работает. Очень классно, очень хорошо производит все или иные звуки. Ну и эти кнопки мы все с вами знаем. Все вот прям, все знаем. Это все работает. Подогрев сидений. Все есть. Все есть. Кондиционер работает, печка работает. Все есть. Что еще надо для кайфа? Для кайфа, например, 5,5 это кайф. Для кайфа кондиционер летом тоже кайф. А вот в этом автомобиле, чтобы понимали. Сейчас я вам продемонстрирую. Автоматическая. 94-й год. 94-й год. Автоматическая. Понял, да? Аквапринт. Здесь также все классическое. Все здесь коричневое. На самом деле цвет здесь коричневый. Вот. Это все, вся панель, она мягкая. Она до сих пор мягкая. Она не прожженная. Она не прожеванная. Она до сих пор работает и делает свое дело спокойно. Рефлектора тоже все оригинальные, также все делают свою работу. Колонки родные также делают свою работу. Давайте вот включим свет, например. Вот, пожалуйста, свет. До сих пор работает, делает свою работу. Тоже делает свою работу. Кнопки тоже делают свою работу. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях. Да, я хоть сам и человек, много знающий о машинах. Но я не знаю одно, что вот это такое. Как оно? Вот. Это вот для чего? Я вот так и не понял, вообще не понял. Вроде, я вообще думал то, что вот так вот отпускаете и туда засовываете очки, и потом вот так вот закрываете. Но там нету пространства, чтобы засунуть свои очки. Поэтому, что это такое? Вот, пожалуйста, кто знает, пожалуйста, пишите в комментариях. Так. А люк, как видите, вот, ну, он покрыт материалом, ну, почти алькантара, может быть, это и есть алькантара, может быть, это алькантара в 94-х годах такой был, но все же мои пальцы знают, что такое алькантара. И вот,
Люк, как вы видите, у нас не панорамный, его не видно, просто потолок, как простой потолок. И вот именно здесь это не шторка, это просто идет с люком. Просто люк мы можем открыть и также закрыть. Вот, например, так вот. И выдвигается вот такая шторочка. Пожалуйста. Вот выдвигается вот такая шторочка. Ну, очень прикольно, действительно, очень прикольно для 94 года. И также это все закрывается. Пожалуйста. Боковые зеркала до сих пор работают. Это все стандартно, это все классно. Шумка в этом автомобиле прелестная. Я не то, что сам себя очень хорошо слышу, но вот, например, люди вот пришли, покупатели данных автомобилей, я их совсем не слышу. Вот просто в цвет заявляю, вообще не слышу. Надпись AMG заявляет о том, что это действительно оригинальный AMG. И чтобы вы понимали, прозвище данного автомобиля — Волчок. Потом Кабан, потом идет Зайчик. Но самый первый — это у нас Кабан, потом идет Волчок, потом идет Зайчик. До Зайчика мы также с вами дойдем. И чтобы вы помнили, если вы хотите увидеть обзор на 140-й кузов Кабанчик, также напишите в комментариях, если вы хотите еще раз таки увидеть обзор на 140-й кузов. Но он у меня есть, я их снимал, они намного были лучше в стоке и поновее. Но это тоже неплохо, но все же тогда было темно, сейчас у нас есть освещение, и на нем мы с вами можем увидеть очень много что-либо. И этот автомобиль старше, чем те автомобили. Если моя память не ошибается, то они или были 93-го года, или 95-го, или 97-го. Вот я не помню. Но данный автомобиль у нас 91-го года. Если вы хотите увидеть обзор, пишите в комментариях. Если вы хотите увидеть обзор в данный момент, я вам оставлю ссылку в описании. Итак, мы здесь с вами наблюдаем бар, подлокотник, или как еще там называется. Ну, конечно же, годы потребовали данный автомобиль, так что нет ничего страшного. А здесь также вот имеется пепельница, вот такая маленькая. Пепельница у нас имеется на дверях данного автомобиля. Вон там. Пепельница, вот она. И также подлокотник у нас имеется вот здесь. Вот он. И это также все собирается, все это все закрывается. Ой. Ну, тяжеловато, конечно, уже. Время, как я вам ранее сказал, время, конечно, потрепало данный автомобиль. Но это все работает. Хоть с трудом, но работает. Сзади достаточно комфортно. Кстати, вот они откидываются одним нажатием кнопки. Они откидываются. Сейчас я вам тоже это продемонстрирую. А сзади мне действительно комфортно. Переднее сиденье подстроено под меня. И как вы видите, здесь примерно еще 4-5 сантиметров остается в запасе. Я могу вот так вот развлечься. Ну, нормально, действительно, мне здесь комфортно. Здесь нормально. И по подлокотнике. Вот они, подголовники. Пожалуйста. Они отпустились. Вот она отпустилась, но ее надо вот так вот сделать, и она также тоже отпустится. Аптечка у нас находится вот здесь. Вот она. Аптечка у нас вот здесь. Вот она вот так закрывается, и вот плюсик. Чтобы вы понимали, вот он наш плюсик. И если мы хотим поднять обратно их, то мы просто делаем вот так вот. И все. Вот. И все. И эти тоже вот так вот. И все. Так, ладно. Подводим итоги уже снаружи данного автомобиля. Дамы и господа, у нас обзор подошел к концу. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. С вами я, Добро, мой оператор Фахардин, и автосалон Дубай. Всем до новых встреч, открывайте свой кофе. Всем пока.